Пушистого всем дня! Это Тая, и у меня для вас интересная новость. Недавно стала известна дата выхода в ранний доступ игры, которую чаще всего сравнивали с Grounded – Smoland. Познакомиться с ней мы сможем уже 29 марта. Ранний доступ может продлиться около года или даже больше, но на протяжении всего этого времени разработчики обещают активно обновлять контент. Действие будет происходить в мире, который отличается от нашего лишь размером. Маленький ручеек и трещина в скале превращаются в бурлящую реку и зияющую пропасть, когда ваш рост составляет всего несколько сантиметров, и чем мы меньше, тем труднее справляться со своими проблемами. Благо, в игре запланирован кооперативный режим, и нам на помощь смогут прийти наши товарищи. Нам предстоит освоить навыки выживания, сражаться с огромными дикими насекомыми, отстроить свою базу, где мы сможем легче переносить температурные перепады и непогоду, научиться создавать инструменты. И если мы сможем завоевать этот мир, он откроет для нас свои секреты. Например, мы научимся приручать жуков и использовать их в качестве маунтов. После релиза Grounded стал реже пополняться новым контентом, а часть механик и предложений вовсе остались нереализованы, так что Smoland, возможно, заполнит эти пробелы. Игра выйдет на ПК, в Steam и Epic Game Store. Так что ждем окончания следующего месяца, чтобы превратить дикий мир Smoland в место, которое мы сможем назвать домом. Это была Тая. Всем пока!